Всем привет, это корейский по вебтунам, и сегодня мы разбираем операцию «Истинная любовь». Начнем со сцены в классе, здесь особо ничего не происходит, но уделим внимание вон той табличке. Наша главная героиня учится в старшей школе во втором классе, а вот цифра 3 — это комната, класс, как по системе А, Б, В, Г, Д. Я тоже учусь во втором классе старшей школе, только в классе 8. Если хотите больше узнать о корейской системе классов, то пишите в комментариях. В следующей сцене девочки делают селфи. И у нас первый диалог. Сим Суэ — это имя главной героини. Сим — это фамилия, Суэ — это имя. Пон селка — это два слова. Пон — это телефон, селка — это селфи. Объединили два слова, и получилось селфи на телефон. Слово ке переводится как собака, но в разговорной речи корейцы его используют как очень. К примеру, ке пигоне, ке укё, ке чемита. Чаль — это хорошо, нава — это глагол науда, выходить. То есть ке чаль нава переводится как очень хорошо выходит. Наду и гульлу покулька. На — это я и мне. Ту — это тоже. Присоединяется как мне тоже. И гульлу — это на такую или на такой. Глагол покуда — менять, поменять. И соединяем может мне тоже на такой поменять. Имеется в виду телефон. В следующей сцене Кан один отвечает ккк чиктимара. Ккк — это когда переписываетесь, вы же отправляете ахахахаха. Вот это то же самое есть. Чиктимара — глагол чикта — это фоткать. Мальда — это не делать что-либо. Получается, не фоткой. Далее, куги — это что-то смялось. Главная героиня разозлилась. Забрала телефон и выкрикнула «я». Это как «эй». И она выражается «ищи». Это как «о, чёрт!» «Оу, ши!» «Та кугёджа чана!» «Та» — это все. Глагол «кугёджи», да, это «мяться», «помяться». «Джана» — это грамматика «же», то есть все же помялось. Следующая сцена «моя вэ капчаги чирария». Последнее слово закрыто, так как оно считается обзывательным. Моя — это ты чего? Вэ капчаги. Вэ — это почему? Капчаги — внезапно. Слово чираль можно перевести как сумасшествие, бешенство. То есть, если переводить, ты чего вдруг взбесилась? Ну или же просто эту фразу можно перевести как какого черта ты делаешь? Вот так вот. На этом все, разбор окончен, и надеюсь, вы поставите лайк, чтобы у меня была мотивация снимать дальше. Обязательно пишите в комментариях, по какому вебтуну делать следующий разбор, и не забудьте написать главу. Всем пока!